Итак, всем здравствуйте. Всем привет, с вами Па и Ер. Что у нас тут в посылке? Очередная посылка из Китая. Не знаю. В общем, у нас на канале есть видео, которое набрало аж 500 тысяч просмотров. Это фигурка Мир. Игра такая, Тюби. Поэтому заказали чуть подороже фигурку. Написано By Air Mail. Air самолетом типа. Фигурку заказывали без упаковки. Заказывал без упаковки. Потому что здесь больше ничего нет. Пусто. Потому что так дешевле и коробка как бы не нужна. Вот, видите? Так, это не надо. И вот она! Наша. Что-то отвалилось. Где? А, это. Это у нее держатель. Подставка. Подставка, держатель, да. Кто не видел видео, смотрите, найдете на канале. Так, сейчас мы ее откроем. Коробка как бы для коллекционеров, а мы, я заказал эту фигурку чисто для обзора. О, робот. Так. Так. Тут два робота. Бочечка. Катана. Какой-то золотой цепочек. Руки. Голова. А это что? Смотрим, робот прорезиненный, такой, ну хорошо сделан, руки подвижные, голова, голова подвижная. Этот неподвижный. Еще робот, который сопровождал у нас Тюби во время игры. Ведерко, голова. Голова. Вот тут ручки есть. Много очень рук. Руки. На выбор. Такое ведро. Вот. Слушайте, это ну здорово, за 800 рублей. Также вот эта деталька. Та фигурка была похуже. Так и голову мы сюда положим в ведро. Ну, и катан. И сама Тюби. Только что-то у него повязки нет. Так вот же голова с повязкой. А, голову можно поменять на голову с повязкой. Ну, как-то... Так. Сразу отломалась. В общем, как всегда, Китай есть Китай, кто-то в комментариях, когда там у нас фигурки были, из Fallout'а, броня силовая была, из Ассасина,
персонаж был. Так, блин, бедные дети, там такой ажиотаж. Битвы прям начались. Что, тему совсем не знаю, а вот эту тему я знаю. Даже знаю, что такое Дракенгард. Если вы тоже знаете, пишите в комментариях. Но сейчас мне не нравится свет. Подождем дня и посмотрим. Стоит это 800 рублей, но качество... Ну, то и вообще за 300 рублей было еще ниже качество. А здесь чуть лучше, но не идеально. Так. Продолжаем наш обзор при дневном свете, хоть маленько посветлей. Можно тоже зверья добавить в видео, как ты думаешь? Давай. Ну-ка, иди сюда. Иди. О, смотрите, ухо драное. Иди. Ой, какая кошка. Кошки у всех ластятся, а это нифига не ластится. Иди сюда. Все, ушла. Ну и так, поехали. Что мы тут получили за 800 рублей? Еще раз. Ведро. Голову. Вот такая вот голова. Катану. Вот она. Я поменял. Кстати, меняется легко. Что скажешь о качестве фигурки? А? Ну, качество нормальное. Все держится, не разваливается. Ляжки у нее толстые получились. И ноги начинаешь. Это, короче, такая вот хлипкая фигурка. А я не знаю, это зачем. А вот тут я думаю, что половина головы или вот у этого надо снимать, чтобы на нее одеть вот так. Вот тут у нас робот. За 800 рублей получили. Слушай, надо сравнить. Вот еще один. Покрашено не очень, кстати, видите. Все грубовато, хлипко. И много рук. Очень. Ты как-то не в тему, и много рук. Меч. Я показывал. Ты показывал, ты плохо показывал. Такой. Слушай, надо сравнить с той фигуркой. Какая-то еще деталька. Да это голову вставлять, наверное. Старая фигурка Тюби. Тоже грубовато сделана. Кстати, просмотр на нее аж собрал около 500 000 просмотров. О, смотри, это нога, прикинь. От робота, вот она. Ой, рука отвалилась. Вот оно и качество. Сейчас приделаю. Это вообще 300 рублей стоит, вот эта фигурка. А это 800. Куда ты пошла? Ну-ка, встань обратно. Надо что-нибудь подороже. Вот еще один робот тут есть. Да, есть крепление. Руки, ноги у нас подвижные. Ну, все же опять говорю, вот вы раз поставили, если вы будете с этим играться, все, это очень быстро расшатается. Это уже проверено. Мы уже кучу фигурок заказывали. Смотрите, у нас обзоры там есть разные. И там такие воины в комментариях, что это оригинальное. А тут вы не знаете тему разговаривать. О, стоит. Слушай, надо... Так, а руки как у меня? Ну-ка, давай. Надо для меча руку. Сейчас вот эту возьмем. А, надо шарнир. Вот если вот этот все переставлять несколько раз, все очень быстро разбалтывается у этого низкого качества фигурок. Ну а так, дешевое решение аниме. Фигуркам японским из Китая. Ну-ка, держи. Держи. Блин, вот всегда тут нифига не держит. Надо, слушай, подороже заказать. Я там за 2, за 3 тысячи видел. Также Тюби фигурки. Ай. Стой, нормально. Несмотря, что она вся шевелится. Так, что у тебя с рукой? Давай, залазь.
Меч будешь держать или нет, а? Давай. Вот, держит. Только голова у меня как-то криво получилась. Ну-ка, смотри сюда. Пластмассовые волосы. Так, а ведро зачем? Ведро зачем? На, тебе ведро. О, так симпатичнее, да? Так, а робота как мы подвесим? Или роботу ведро? Надо будет это все прибрать, а то вечно теряются мелкие детали от фигурок. Да? Вот это вот как-то надо его закрепить. Я вот это не пойму, как крепится. Это крепление. Куда его воткнуть? А, это, слушай, можно, наверное, вот так воткнуть. Сейчас я отключусь. Получилось как-то вот так. Какую-то позу ее интересную поставить не получается. Она такая вся... какая-то... То рука отвалится, то еще что-нибудь. Такая вот фигурка. Какая даже из них лучше, я не знаю. У этой получается, что она двигается, а вот та старая, она статичная фигурка. Но по качеству пластмасса, тут вот резина, тут у нас запылилась, надо ее почистить. По качеству пластмасса что-то как-то не очень. Даже вот эта такая резина, знаете, мягенькая. Как-то так. За 800 рублей вы получаете вот такой вот наборчик. Ссылку оставлю в описании, конечно. Но можно что-нибудь и получше. Наверное, если это видео также зайдет, как с той фигуркой, мы что-нибудь получше закажем на деньги, которые нам с YouTube придут. Хорошая альтернатива, дешевая, если вы любите также аниме или игры Дракенгард и как она? Чуби у нас из какой игры? А? Эх ты! Нир Автомата, конечно, игра называется. Прикольная. Мне нравится. И персонажи нравятся. Прикольные. Может быть, там еще что-нибудь закажем. Что с ней связано. Но хотелось бы что-нибудь поинтереснее заказать и получшего качества. Это все такое. Дешевое. Китайское. И там пишут нам в комментариях, когда-то мы кучу фигурок уже обозрели, что это коллекционное. Нет, ребят, коллекционировать, конечно, можно все что угодно. Но это не является там фигурки Hasbro или, не знаю, Marvel. Это все китайские реплики и довольно низкого качества, хоть как, потому что настоящая фигурка, она, ну, не будет она такой хлипкой. У этой он все отваливает, чуть повернешь, вот все, рука отвалилась. То есть купили, вроде неплохо поставили. Если вы в каком-нибудь своем городке смотрите и думаете, что продают оригинальную фигурку, то знайте, все, что выглядит хорошо, вот если бы ее в упаковке брать, там упаковка такая неплохая, Нир Автомата написано, то выдают как бы за оригинальную. Но это оригинальная, опять же, китайская фигурка с Алиэкспресса. Что-нибудь постараемся, если это видео зайдет, что-нибудь такое дорогое заказать. Ну а тут сами видите, как довольно много у нас фигурок. Если будет это интересно, могу сделать обзор на все, что с ними стало. Они у нас уже второй год. Как это, какие в них недостатки со временем проявляются, как они разваливаются. Чем дешевле, тем быстрее разваливать. Сейчас это куда-нибудь спрячем. В руки, ноги, в запчасти. А это поставлю. Кстати, вот этот я не знаю, за что закрепить. Вот тут робот болтается, который Тюби сопровождал на протяжении игры. Роботы. Ну, хлипкое это все. Хлипкое. Ужасно хлипкое. Такое, ай-ай. Покрашено так, знаете, с наплывами. Вот что это, что это?
блин, вообще без разницы. Ну, ладно, на этом все, наверное, будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки. Любая активность с вашей стороны приветствуется. Да? Да. Ну, а зачем ты стол шатаешь? Бьет, головой бьет. Всем пока, всем спасибо, кто нас смотрит и подписывается. Всех вам благодарны. Всем пока, до новых встреч, с вами Бупа и Ярик. Нажми на кнопку, получишь результат.